فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Переходим на новую тему, и тема нашего урока «Аль-Играбу» – грамматический разбор. Что касается «Аль-Играбу», «Играб» – это изменение окончания слова по причине разных действующих факторов, влияющих на окончание слова. И поэтому «Играб» – это грамматический разбор, то есть изменение окончания слова по причине разных действующих факторов, влияющих на окончание слов. Прочитай ниже следующее предложение и обрати внимание на подчеркнутое слово «джаа Мухаммадун». Мухаммад пришел. «Джаа» является глаголом прошедшего времени. «Мухаммадун» является действующим лицом. Например, «ман джаа» – кто пришел? «Мухаммадун джаа» – Мухаммад пришел. И «Мухаммад» является действующим лицом. И действующее лицо он всегда с даммой в конце. Всегда с даммой в конце. И поэтому «джаа» – это глагол, «Мухаммадун» – это действующее лицо, и действующее лицо он всегда с даммой в конце. Например, «раайту Мухаммадан», «раайту Мухаммадан» – «я увидел Мухаммада». Глагол «раа» является глаголом прошедшего времени, местоимение «та» с даммой, то есть «ту» является слитным местоимением. Слитным местоимением приходит слитно с глаголом. Мухаммадан является мафулум бихи, то есть на кого падает действие. И на кого падает действие, он всегда будет с фатхой. Всегда будет с фатхой в конце. Например, «Захабту иля Мухаммадин». «Я пошел к Мухаммаду». «Захаба» – это глагол «ту». Это действующее лицо, являющееся слитным местоимением. Иля является один из частиц джарра или хафда. Мухаммадин является исмун маджрур. И исмун маджрур, он всегда с кесре в конце. Это все будем разбирать более подробно в следующих уроках. В данных примерах мы видим, что у слова «Мухаммад» разные окончания, то есть разные огласовки. В первом предложении в конце стоит «дамма». «Те Мухаммадун» с «даммой» в конце. Во втором предложении в конце стоит «фатха», то есть «Мухаммадан» с «фатхой» в конце. А в третьем конце стоит «кесра». «Те Мухаммадин». То есть слово «Мухаммадин» с кесрой в конце. То, что мы наблюдаем, называется «аль-играбу», то есть изменение окончания слов. То есть меняется огласовки окончания, например, имя «Мухаммад». С даммой, с фатхой и с кесрой меняется окончание. И эти огласовки, например, «дамма», «фатха» и «кясра», а также другие помимо них, называются «аляматуль играби» – признаками играба. То есть огласовки являются признаками играба. Например, изменение, само изменение называется «аль-играбу», то есть изменение окончания слов,
огласовки, то есть название огласовок, аляматуль играби, то есть они являются признаками играба. И слово с даммой или с фатхой или с кясрой в конце название муараб. Муараб, то есть слова, подвергающие играбу, слова, меняющие окончание, слова, у которых меняется окончание. Например, Мухаммадун с даммой в конце. Это муараб, изменяемое окончание. Мухаммадан с фатхой также является муарабом. То есть это муараб, изменяемое окончание. Или, например, Мухаммадин с кясрой в конце также является муарабом. И поэтому Мухаммадун, Мухаммадан, Мухаммадин, вот это изменение называется аль-играб, то есть изменение окончания слов. Огласовки являются признаками играба, и изменяемые слова с даммой, с фатхой или с кясрой их называют муарабом. И поэтому то, что мы наблюдаем, называется «аль-играбу». И эти огласовки «дамма», «фатха» и «кясра», а также другие, помимо них называются «аляматуль-играби», признаками «играба». Поэтому «аль-играбу» – это есть изменение окончаний слов. Это изменение происходит в связи с некоторыми правилами, которыми мы рассмотрим далее. Здесь остановимся. Субханака ва бихамдика. Ашхаду алла илля анта астагфирука ва атубу илейка. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.